Ну что, скажу я вам, под двумя одеялами и в одежде. Холодно что-то. Хреново. Подъем через 7 часов. Мазафака. Ну что, всем доброе утро. Я мерила-мерила и, наконец, не домерила, просто реально не дождалась, пока градусник запищит. Собственно, меня ждет классная командировочка. Завтрак. И тут возник у всех вопрос, пустят ли меня в Сапсан. Но пока все в порядке. Отпустили. Едем. Буду вам по мере дня рассказывать, какие же у меня дела и задачи в командировочке.
Просто посмотрите, какая тут погода. Ваня, Серега, это что-то несовместимое. Осталось сюда Диди Кабу воткнуть. А, тут еще и Дамир. Что за дела вообще? Ваня, привет. Привет. Как тебе работается в команде Fresh Out, расскажи. Запалил Маня. Так, а что Маня тут делает? Серега, ты где Маню взял? Ну что, наш новый менеджер? Менеджер команды Fresh Out, там Маня. Привет, Маня. Супер. Сейчас. Ну и в завершение сегодняшнего дня я приехала к одному замечательному человеку. Привет! О чем мы тут будем делать? Ну? Лучше не спрашивай. Что еще я могу тебе дать? Вот эту большую штучку. И вон те три палочки, которые вон там лежат. Я на всякий случай сниму, а то подумают. А то подумают, что кто-нибудь другой лежит. Да, на всякий случай.